Всем привет, с вами Шмыгова на канале Ушмыги. Сегодня играем в Зомботрон, и это четвертая серия по данной игре. Мы с вами убили босса и продолжаем дальше прохождение данной игры. Она мне очень сильно напоминает почему-то Doom, ну такой двухмерный, да, двухмерный Doomчик. Вот, но посмотрим сегодня, как оно вообще пойдет. Вообще по... я вышел на прошлой серии отсюда. И, соответственно, это была ошибка, потому что нужно было вот сюда хотя бы пройти, потому что мне опять пришлось убивать босса по новой. И это как бы такое себе было. Так. Ой, ты чё си, он, слышишь, меня такие падло лайк. Ну-ка, трахни там его. Хорош. Хоть. Ай. Да иди ты на, слышь? Как я пропустил? Почему я пропустил? Что за бред? Да ну на! Ну вот опять, короче, начинается вот эта вот бредятина, я понял. Такая бредятина, что не получается даже ни черта не получается сделать. Извиняюсь. Нужно было кашлянуть. Хорош. Хорош, он дальше пошел убивать всех, да? Да в смысле? А почему ты там-то не попал? Что за бред? Не беси меня, игра, не беси! Не беси меня, игра, не беси! Так, а мы вот так сделаем. Какой нах блок? Чем ты блок ставишь, упырь? Что, там есть проход? Нет, проходки нету. А, можно забрать это говнище, типа. О, да ладно. А они одинаковые или нет? 8. Тут шанс найти лечилку, ты чё, камон, прикалываешь что ли? А, этот сдох типа от этого, я понял. Так, грибочки, привет. Убивай пока. Опа, ничего себе. Мусором всяким кидаешься, падла тварь. Да иди ты на! Да, нормас. Вот это сейчас было вообще нормас. Прям по красоте практически, да? Так, что он тут разломал? Это что за говно? Так, вот какой-то комп. Подожди, но комп до компа нам дела пока нету, да? А! Да ты надоел! Ты надоел попадать, слышишь ты? Да какой, ну какой промах? Ну че ты начинаешь меня лечить тут? Промах у него там, ага. Ну когда патроны? Собака. Отдай патроны, падла тварь. О, тихо, я... Почему я не могу здесь прыгнуть? Ну хорошо, вот это мне понравилось. На-на. Что здесь? Да иди ты на! Да какого хрена, слышишь, ты меня бесишь? Почему ты не убиваешь, с одного раза перестал убивать, а? Ну-ка расскажи мне, быстро. Рассказал все секретики. Подожди, мы куда-то далеко ушли. Нет? А что из ружья там поймал? Подожди, давай читаем про ружье. Прикольно. Почему я не могу? Так, что-то там набрал, да? Ой, это кто такой? А как тогда попасть? Понятно, да, пока. Подожди, что я взял за ружье? О, контейнер с едой, это отлично, бита. 160.08. Давай с битой походим. Она, типа, побольше отнимает. О, тут смотри, тут всякие эти, опыт. А, так... Ай!
лоханулся, лошара. Да с... Ё-моё, обожаю, обожаю эту игру. Обожаю. Конечно же, все по новой. Ну... Убивай, убивай. Хороший жук. Хороший жук. Да ладно, нас или всех размочил. Вообще всех развалил, прикинь, красавец. А чё, не дашь мне теперь этот шлем, да? Падла. А чё мне ко мне сюда никто не идет? Ну-ка, сталк нет, говно. Оп. Оп. Иди сюда. Ударь, ударь это говно. Красавчик. Смотри сейчас. Ну-ну-ну, давай. Или тебе надо помочь, типа? Да, я... Ёб твою мать! Говнокусты. Я забыл... Да падла, как ты успеваешь там меня все время, блин, немножко это чпокнуть? Но, да, учитывая... наши первые, по-моему, серии или какие там, да? Надо помнить о том, что... Ну, как бы... Да, почему? Вот. Так, подожди, надо помнить о том, что... Патроны-то, они не вечны. Да, и то, что... Тогда секретик. Чё я там что-то нашел? Ско-ско-ско, что? Скалопендра, 19.60 точность, скорострельность, магазин 3... На-на-на-на-на-на. Так, а у тебя? Подожди, где это говно? О, а это, слушай, а это поприкольнее, да? Пушечка-то, да? А стреляет она теми же патриками, да? Что и та, да? Это что такое? Не могу подобрать, да? Хорошо. Так, уходим. А это что? А, это сохранялка. А, все, понял. Сохранял. А, так мне наверх и нужно было, куда мы с вами и ходили в первый раз. Хорош. Скорострельность чуть пониже, но мне как бы она и нормас. Конечно. Пидоткин, а? Такой еще. Тот еще. Тот еще Пидоткин. Так, это тут мы забрали. Вот туда я как попасть не понимаю я пока. Ты понимаешь? Может быть, надо как-то... Не, не знаю, ребят, как туда попасть. Там какой-то секретик, да, но как туда попасть в секретик, я не знаю. Может быть, у нас будет какая-нибудь потом... Ой. Может быть, какая-то будет потом это... Че, не успел, не успел? А я успел, я успел. Да. Ах ты сюсюля. На-на. Так, вернуть все сюда. Все на место мне вернуть. Похилиться в темпе, в темпосике. Побриться. Побриться, хотел сказать. Похилиться. Конечно же. Конечно же. Да та я парный карась. Бесишь, не беси. Я не люблю, когда... На! На! Так, открывамба. Открывамба собира. Ты чё на? Ты чё на? Слышь, а чё ты... Ты чё такой сильный, падла, тварь? Ребят, ну это, мне кажется, вообще уже было не смешно, как бы, да? Ну, типа, камон. Так, а здесь что у нас? Здесь тоже какая-то...
Секретики. Секретики я люблю. Секретики я люблю. Вы же знаете, как я люблю секретики. Так, броня. Ботинки разведчика 8. И... А у меня? Что на мне? Броня 3. Не надо, да. Одеваем. Это мы продаем. Бессмысленные боты. Так, это броника мы одели. А, кстати, да, я хотел сказать, что... Бастион выпал с этого, с главаря, которого пришлось перепроходить. Ну, с босса, в смысле. Так и чё, они одинаковые? Две к силе дает, понял? Вот оно чё. Вот оно чё, Михалыч. Так, хорошо, так, убей это. Так, а чё там? Там внизу что-то есть, да? Ну нихера себе. Он стреляет. Да, я без сео. Ну, в смысле, не то, что без сео, а... Ну, короче, такое себе. Так, извиняюсь, у меня тут звонят. Но все, я все. Я все переделал. Так, все сделал. Все вернул. Опа. Да слышь, хорош. Слушай, что такая сильная от этого? В смысле? А как? А почему? У меня там моя же это все, мое же там, нет? Так, ребят, продолжаем. Все-таки... Да что ж такое-то, ну... Все-таки пришлось заново запуститься, потому что... Ну, потому что вы сами видели, что в кустах у меня упал этот... у меня в кустах упал, ну, типа, и пришлось умереть и сюда вот запилиться. Ну, потому что это ненормально, я считаю, когда такая вот история происходит. Тихо. Да в смысле, ну? Что за бред-то? Вы сейчас... Идите сюда. И ты иди сюда тоже. Куда он дойдет, не дойдет? Ты собака, все равно меня зацепила, да? Вот как бы я не старался здесь пограмотнее сыграть, не, как бы хрен. Как бы хрен. Так. Хорош. Красава. Вообще по красоте, да, сделал все. Да ладно. Вот так, да, вот так правильно, вот так мне нравится, так мне нравится. Так, а, сохранялку, да, будем запускать? Ну давай, да, на всякий случай. Ну правда, она, видишь, тот раз меня подвела, потому что если бы я заново начал, то, понятное дело, ничего такого не произошло. Да ладно, он же раньше попадал бы деревяхи в эти. Вон отсюда. Так, секрет я... Вот как ее забрать? Как забрать эту пушку? Просто бредятина. Так, мы сейчас должны забрать ее и... так, ну не факт, что это же пушка, да? Правильно я понимаю? Идеологию игры. Или неправильно? Хорош, вообще в репу сразу. Хорош. Да, хорошая пушечка, мне нравится такая, да? А, это вон там я и нахожу этот секрет. Все, я понял. Что ты делаешь-то? А, извиняюсь, у меня... Не, а как? А тут нельзя вот как бы вот перетаскивать, да?
Все, я понял. Так, вот так, вот так, вот, вот так, вот, вот так, вот, хорошечно, да? Тихо, а банку чё не взял? Банку возьми! Собака! Банку взял, я сказал, так. А, ну это такое, это мощный типа зомби против него. Ай-яй-яй-яй! Да ё-моё, прикольно. Прикольно, прикольно, просто падает, потому что он просто падает. Потому что он дебил. Ты можешь... А что это такое сейчас было, подожди. Как я так делал, что он из с одного ряда на другой? Он же так не делает, типа. Видите, как игра, она как-то там иногда так делает, а иногда так не делает. Иногда как бы он проскакивает мимо этого, иногда не проскакивает. Ну, типа... рандомчика немножко, кому не мешал рандомчик, как бы, да? Спросите вы. Ну, в принципе, да, согласен. О, биту зато нашел. Оп. Да пошел ты! Да просто какой-то маразм. Просто два раза промаха. Классно. Очень классно. Так, что, съедаем тогда? Так, и мы можем наверх теперь идти, да, или нет? Опа. А, да, точно, я забыл. Так, подожди, а мне нужно еще секрет тут найти, откопать, точнее. Или он тут откапывается, не помнишь? Опа, и мина, да? Ага, хорошо. Опа, тихо, вон, пошел ты на. Вы там, да, между собой деритесь, пожалуйста, вдвоем на одного, хорош. Сейчас он загасит, но тот его тоже немножко цепанет, да? Иди сюда, маленький мой. Ну, вообще просто в голову, на. Кайф, мне понравилось. Тебе понравилось? Мне очень понравилось, очень классненько было. Прям по красоте вообще все. А, нет, стопэ. Пойдем секрет разгадаем. Так, это, короче, наверх мы проходим, а мы не наверх, мы вот сюда, вот. Вот сюда, вот. Так, секрет найден. Твою мать. А куда он побежал? Так, отлично. Подорвался один. Один подорвался. Второй куда-то убежал, я не знаю. Как его искать? А вот. Так. Все, да? То есть мы все сделали, в принципе, да? Так, теперь мы можем наверх ходить. Но у нас, помните, остался тот один, который убежал. Может быть, сейчас... Печальная история, очень печальная история. И чего, и сколько, и как? А почему никак не действует-то хилка-то, короче? Типа, вот что это такое? Ну, типа, вы видели? Вот, типа, здесь он, типа, через этаж проскакивает вниз. Что? Как такое может быть? Ты же никогда такого не делал. Типа, наверное, непозволительно в игре такое делать. Или как? Я сделал хилку нормальную. Ну, типа, короче, камон, да? Типа, короче, камон. Типа, короче, камон, комонь. Играй гармонь называется. Так, 69 хп. Ну, плохо, очень плохо. Ну, на уровень зато немножко тут перешли, да? И уже неплохо. Так. Итак, ребят, продолжаем играть в игру. Зомбо 3, да? Мы тут с вами немножко походили, надо лечилку опять схавать, потому что, ну как бы, а как по-другому, да? Воу, это что такое было? Там что-то сейчас мощное, типа опять будет босс какой-нибудь, нет? Или как? Да ладно! Thank you.
Слушай, а? Как мы разобрались? Вообще прям на изи как будто, да? Воу-воу-воу-воу-воу-воу. Да, как будто вообще прям мы профессиональные игроки, как бы, да? Эш, можешь просканировать следы и определить, далеко ли нам еще идти, чтобы нагнать похитителей? Капитан сенсорно-автономного модуля не обладает той же мощностью, что и корабельные. Расстояние доступно для сканирования намного меньше. И сколько, насколько меньше? Значительно. Издеваешься? Нет. Прекрати мне морочь голову, отвечай прямо. На какой вопрос, капитан? Ладно, проехали, идем дальше. Тихо-тихо-тихо. О, хорош. Да, убейте его. Убейте его. В смысле, он один закопал. Он один забил. Серьезно? Секретик. Опа, что это такое? А как выбраться? А, вот так выбраться. Так, что там такое я нашел? Призрачные видения, броня 6. По слухам, если долго работать в этом шлеме, то возникают галлюцинации. Найти лишь чилку, выносливость 6. Да не, ну это какой-то бред. Это какой-то бред. А у меня что за ботинки? Подожди, 3. А, это 1. А я же там в секрете находил? Нет, не находил. Ну ладно. Не находил, так не находил. Воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу! Страшно! Ууу, сука, страшно! Не-не-не, иди-ка сюда. А, там еще один этот упырь. Да ничего себе ты! Да иди ты на! Говно какое, посмотри. Так, а как бы... Не знаю, правильно ли я, или правильно ли я сделал, или неправильно, но, короче, уже забей, да? Так, а подожди, я могу туда закинуть, нет? Красным горит. О, хорош. Хорош. Так. Вот так вот шмыга и хорош. Или не хорош. Хорош или не хорош. Да ё-моё, давай, 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 беги. А то ты что-то лагаешь. А, я же могу вот так, подожди. Блин, вот так могу. А, не могу? Почему не могу? Ты же раньше мог или не мог? Хорош! Слушай, минка-то, да, действует немножко минки. Немножко минки мне. Минки на дорожку. Осуждатель. Смотри, осуждатель 780. У меня, в принципе, бабки мне позволяют купить это, но... Я лучше пару аптек возьму. Да ладно. Это что, я вызываю лифт? Прикольно, мне понравилось. С самого начала, да, мне нужно начинать, да? Классно. Хорошая игра, хорошая игра. Просто маразм просто такой, что... О, да ладно, его убило, смотри, этим... Я этого жалко не убила, да? А вот так вот если. Хорош. Только там мы разобрались вообще по красоте, да, помните? А здесь типа, ну, такое себе.
Хорош. Лом. Давай, до свидания, как говорится, да? А что я там взял? А, шлем. Что дает? 9 заблокируйте к броне. А у меня? Да, одеваем. Конечно. Так, это мы уже все, да? Ну да, видите, игра, она как бы... Да, бесячее говно. Как он сделал блок? Он сделал блок мини. Я ничего не знаю, ребят. Он просто взял и сделал блок мини. У меня нету лечилок больше. Лабораторный шлем, от скафандра, который проводит эксперименты или изучение известных форм жизни. Броня 5. Не, ну это можно продавать. А там какой-то был прикольный, да, шлем в тот раз? Слушай, да, я, наверное, эту шляпу тоже продам. И эту тоже продам. Ну, просто потому что могу, и да? Это тоже давай продадим. Ну, чтобы место немножко освободить. А у меня нету ХП уже, да, видишь, то есть... О, да ладно, с одного раза я убил это говно. Подожди, там еще и будет десятый, да? Ай! Твою мать! Такое ущербное, конечно, существо это. Ну что ты вот делаешь-то, ну? Ну что ты делаешь-то? Я же нажал на двойку. Ну хорошая игра, ну блин. Всякую хрень не лепить, ну. Да. Нужно быстро до сейва, короче, добегать. Просто на изи, блин, разорвался, да? Что там, шлем призрачное видение, да? Да не, ну это продаваем, конечно. Продаваем. Да, давай-ка попродаем, короче, все. Ну, потому что и все. Так. А, кстати, бита у меня есть, смотри. Давай наденем биту. А, бита помощнее бьет. Ну-ка. Кто кого трахнет? Хорош. Хорош. А это типа не секретик, нет? О-о-о. Так, а чтобы туда попасть, надо только через верх, да, по-моему, было, да? Вот говно, а. Просто сбитый бэум. Антидот для
Блин, а что ты меня бесишь-то так, слышишь? Дай аптеку-то хоть, слышишь ты? Чё, антидот очень быстро становится здоровье, снимает негативный эффект. Годится для... А, слушай, так это нормально, это лучше аптеки даже, да? Хорошо. Да ты гонишь, что ли? Ой. Ой, я хорош. Я хороший. Хороший игрок, да? Так, нет, давай-ка на лифте мы спустимся. А то что-то про тот раз мне не понравилось. Нельзя на лифте, да? Я 10 хп потерял. 18. Еще больше. Броня 8 к здоровью, к снижению урона. Броня 8. Да, давай оденем. Ну а чё, 250 вообще на изи. Так. Мне нужно, чтобы он отвернулся, и я в него пульнул пульку. Собака. Пошел ты. Так, я хорош. Нормально, решил ситуативину, или как это называется, да? Так, точка сохранения. Там никакого нету, да, у меня этого? Там нету ничего? Жалко. Ну, вот. Это лифт наверх, да? Правильно я понимаю? Здесь ничего тоже нету. Хорошо. Да ё-моё. А, сюда путь держим, да? Почему меня-то задело? Как меня могло задеть? Я стоял там на 6 клеток в жопе вообще. Что за бред? У! Блин. Собака какая, а? Посмотри. Фигачит меня этим, да? Блин, так, мы далеко очень зашли, поэтому мне нужно сейчас это... А там нету ничего? Блин, да ладно. А оттуда я, по-моему, пришел, да? У меня последний антидот остался, да? Ну, блин, у меня один удар какой-нибудь, в принципе, я сдохну, наверное, да? Хорош. Хорош. Прыгни сюда. Хорош. Красава. И все здесь, да? Окей. Давай, проходим, проходим. Хорошо, мы молодцы. Так. Здесь у нас что? Хорош.
Да ёпти. Да выпрыгни ты, ёпт! Да, 4 хп осталось, блин. Очень смешно. Кажется, мы нашли еще один корабль. Капитан, мои сенсоры говорят, что это статичный объект. Тот, с которого мы получили сигнал бедствия, тоже много лет статичен. Я наблюдаю наличие фундамента, которого не может быть у передвижного модуля. Если там воришки моих энергоблоков, то меня не интересует, есть ли там фундамент. Эш, дверь заперта, опять посоветуешь постучать? Ну, капитан, вы проверили коврик перед входной дверью? Может быть, там есть запасной ключ? Надо бы проапгрейдить твой модуль юмора. Капитан, желаете внести изменения? Позже, сейчас некогда заниматься этим. Давай найдем способ открыть эту дверь. Нормально. Мазафака, это кто? Так, у меня новый уровень, но мне это ни о чем не говорит. Подожди. У него, с него ничего не вы... Ага, с него ничего не выпало, понял. Че я там нашел? Что-то нашел, да? Дальше некуда идти. Ай! Че пугаешь-то ты? А, новый уровень. Давай выносливость немножко. Два. Сила раз. И ловкость раз. Сила раз и ловкость раз. Так. 293 хпшки. Отлично. А, подожди, а что я нашел там? Хпшку нашел. Жирно. Ну, я в смысле хорошо. Я в смысле прекрасно. Так. Закрывамба, и это открывамба, да? То есть назад дороги нет. Ну, в принципе, ее и не было. Капитан, мои сенсоры фиксируют наличие разумных гуманоидных существ. Может гранату кинуть? Может быть, сначала вступить в переговоры? Хорошо, давай попробуем по-твоему, но гранату держу наготове. Кто здесь? Эй, ты, держи руки так, чтобы я их видел. Опа. Здорово, это кто, рогатый? Не стреляем, мы не желаем тебе зла. Меня зовут Блейз Раша, а кто ты? Я Сардал, глава общины. Вы местные жители, видимо, но на людей вы не слишком похожи. Мы потомки великого Кха, дети Мгоиндо, трижды вошедшие в реку вечности, не запятнавшие себя позором потомка Диргу. Воу-воу, полегче. Лучше залей мне на флешку мифы и легенды, я почитаю позже. Может быть, пригодятся для вскрытия гробницы или проведения мистерий. Мы не пользуемся... носителям информации. Свои знания мы передаем из уста в уста. Но я могу передать тебе блоки памяти, оставшиеся от колонистов. Может быть, они не будут полезны для тебя. Хорошо, пригодятся, но ближе к делу. Меня интересуют мои энергомодули. Не хочу стрелять, но мне нужно вернуть их обратно. И есть подозрение, что их сперли именно вы. Мы уже много месяцев практически не выходим из убежища. Опасный хищник поселился неподалеку, преградив нам путь в долину. Многих наших пожрал этот монстр. Я просто... А просто уйти в другое место не хотите? В этих местах наши корни, духи наших предков, мы не можем уйти. Но чудовище преграждает нам путь в долину, которая была основным источником пищи. Мы уже пробовали сражаться с ним тщетно, оно сильнее. Боюсь, мы скоро все погибнем от голода. Капитан, может быть, мы поможем этим гуманоидам? Почему ты говоришь «мы», если имеешь в виду меня, и я не горю желанием проявлять альтруизм? Гуманоиды, говоришь, но вид чисто черти. Капитан, вы поможете огневой мощью и боевыми навыками, аналитическими способностями и сенсорной системой. Так что все-таки мы. Кроме того, их внешний вид не имеет никакого отношения к классификации гуманоидов. Ладно, аж ты победила. Итак, уважаемый Сардал, покажи мне на карте местонахождение монстра. Он показал или не показал? А где карта? У меня есть карта? В этой игре есть карта? Мне за ним, типа, и ползти, или что?
Слышь ты, а можно его чпокнуть? Ну, типа, ударить по голове или нет? О, здорово, ты кто? Слышь? Куда он идет? Типа, все, он мне все показал, и я могу, типа, валить, да? Подожди, а наверху что? О, я знал. Психосимулятор на отлично. Топорище, ёптель. Секретик нашел. Ой, шмыга. Так, подожди. Скорость атаки 1.5. 320? Серьезно? Ну, это как бы, ну, типа, камон. Камон, ребята, это что-то, это что-то нереальное, да? Так, опять вниз. Эй, зато дверь у тропа к чудовищу. Прежде чем отправиться в путь, хорошенько отдохни и пополни запасы пищи и боеприпасов. Но, боюсь, ты тоже не вернешься, как и все остальные. И мне тут эту, да, хренобазу свою не неси там, кто где там что останется и все остальное. Слушай, тут у них, в принципе, нормально много так жилища. О, здорово, повар. Ты повар? Ты кто? Что есть? Есть пожрать? Пищевой тюбик. Так. Принимамбо. Еще вода у меня тут есть, да? Так, хорошо. То есть я сейчас полностью буду уже здоровый, да? Здоровый. Здоровая детина. Признак мастерсины. Не знаю, что это за рифма, ну ладно. Запер. Здесь какая-то табличка, краска на табличке потрескалась от времени и местами отвалилась. Гараж. Серьезно, гараж. У них есть транспорт, но без ключа туда все равно не попасть. Да ладно, у них есть гараж. То есть мы можем еще тут на тачке рассекать, типа, да? О, да ладно. Камон. О, здорово, братан, ты кто? Зидан, да ладно, ты тренер Реала. А, Зидон. Я думал, ты тренер Реала и... Ну ладно. Так, ты видел этого железного коня в нашем гараже? Если бы только знал, как я мечтаю о нем. Ночами не сплю. Сардал обещал отдать этого железного коня... как вознаграждение тому, кто избавит нас от чудовищ. Как думаешь, я справлюсь с этой задачей? Ты нет, я да. Стой, мне надо что-то продавать, потому что у меня очень много всякого. И это всякое... Патроны. Да, мы УЗИ продадим, потому что, ну, уже без... Ну, как бы смысла нет в УЗИшечке. И мы продадим биту, да, потому что в ней тоже, в принципе, смысла уже нет после вот этого топора. Эпический топор или... Ну, типа, ты понял, да? Так, шляпу дай. Так, здесь что можно? Элитный шлем взять за 210. Осуждатель. Нет, мы... Что это? Броня 2, такие... Ну, ты что, прикалываешься? Нет. Это не серебряный бинт. Есть бинт. Слушай, давай попробуем купить вот это вот. Посмотрим, что и представляет. 8 брона. 8 брона, увернуться, там шансы, что-то такое. Да, я понял. Полное говно. Продадим. В принципе, все, я готов. Я готов, Ченко. Так. А, подожди, а мы тут... А, да, все, везде. Все везде и все везде. Мы сейчас туда и убиваем монстров, да? Да. А, нет. Тут вон еще что-то, смотри. Мы еще нашли. Толкан нашли. Прикольно. Подожди, а в правой части мы были? А, тут так было, подожди. А, то есть тут можно было через лифт или не через лифт, да? Правильно я понимаю? А это куда? А, это уже все на выход. Подожди, а вниз? Нет, вниз.
Вниз. А, вниз не хочешь. Все, понял. Понял. Погнали. Погнали. Опробовали так. Почему у меня хп уменьшилось? Блин, а что ты лимонку-то взял? Дурак, что ли? Твою мать! А я наверх уже не поднимусь? Да ладно, я ж тебя не вижу, как ты нападаешь? Секретики, секретики. Опа, это что такое? Шоце. Бля, а че, наверх там уже не попасть? Там что-то тоже было. Там какой-то зверь был и опасный, типа, да? И, короче, типа, а как туда? Никак туда уже, да? Ну ладно, хорошо. Так, а подожди, здесь топе. Сокол эпический. О. Да, прикольно, смотри, эпическое. Мы начали что-то эпическое все находить, да? Ой. Ай! Да ёпарный карась, такой ты дурак, конечно, господи, а. Эпический пистолет просрали, блин. А почему у меня хп обкончилось? Можешь кто-нибудь объяснить? Я не понимаю вообще. Иди сюда, маленький мой. На-на. Так, мне нужно попасть в ту телегу, да? Иди сюда. Так, теперь ты. Да ладно. Короче, бессмысленная была эта затея сюда подниматься. В смысле, а как туда-то попасть? Подожди, а как к секрету-то попасть?
что я не понял. А, все понял. Он мне то же самое дал или нет? Питбуль, нет, он уже не эпический, редкий просто дал. Редкий, да, 35-75, а, то же самое, 4-10, вообще то же самое. Цена только побольше, а так, ну да. Вот дерьмо, а. А там был эпический, прикинь, пистолет. Ну ладно. А, стой, вот тут сейф есть. Хорош, так. Точка сохранения здесь. Говно. Да ладно, а почему он не умер? Я в шоке, конечно. Ну вот так. Пистолет охранника. Пистолет охранника. 45-75. Ну, у него, смотри, у этого маленький на зубастый. Ну, в принципе, ну, это скоростельность побольше. Подожди, а чё он там-то находится? Я типа, я просто не хочу умирать, на самом деле. По-любому там умираешь, да, я так понял? Да, я понял. Я просто по-любому там теряю свой этот, да? Прикольно, я потерял там просто... Ну, да, хорошо, прикольная игра. Собака тварь. Пистолетом побегаем, а что делать? Да ёб парный карась! Боеприпасы, лимонка, да? А это что? Твою мать.
Подожди, а второй где этот? Упырь. Подожди, а как туда-то все-таки пробраться? Я так и не понял, ну ладно. Один, любой игрок важному урону к силе шанс заблокировать урон. Да, надеваем. А как вызвать лифт обратно? Никак? Твою мать. Да ёп! Так, 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 так. А, вот так. Да, все понял. Бля. Да! Ты видишь моё ХП? Просто вот от этих всяких прыжков ХП тратится, что, прикинь? Да. Это как бы, блин, ну, это как бы ничего уже ни хрена не смешно, меня уже начинает бесить это. Все? Больше ничего нет. А вниз как мне попасть теперь? А, я понял как. Вот сюда нужно прыгнуть. Все, сделаю. Как конец игры? У меня же сейв был. В смысле? Я понял. Хорошая игра, прикольная игра, хорошая, все, да. Говна, а. Ничего себе! Ты что, гонишь что ли? Слышь, говно. Да иди ты на! Говна кусок, а? Бесит, бесит. Да иди ты на! Слышишь, блин?
Был какой же вот просто. Как же бесит, как же бесит. Свалим на. Собрал. Че я там нашел? Питбуль? Ну, обычный, типа, да. А там-то, не, ну, да, эпический, типа, там редко выпадает. Подозревая, поэтому, да, все логично. Нет, надо туда спускать что-то. Или как я там убивал, не помните уже? Что там надо делать? Да ёп! Свали на. Не, пока сейф не будем трогать. Да, вот так, по-моему, я это делал, да? Ага. Сдохни. Твою мать, а можно поменять? А, да ладно, у меня лимонок больше нету. Как так-то? У меня только гранаты такие остались мощные, да? Хорош. Так, ну давай, ладно, сейф сделаем. Так, а вниз-то будем прыгать или нет, как думаешь? А, давай, да, знаешь, как сделаем? Мы прыгнем вниз, короче, мы сейчас здесь все зачистим. Ой, ёптель! Мы здесь все зачистим, и тогда упадем. Вот как мы сделаем. Мы по красоте, короче, сделаем. Нет, гранату одну надо оставить для этих. Которые внизу находятся. А, так нет, я в принципе могу купить шипастая бомба, боеприпасы, шипастую бомбу хочу. Давай для ИП эти. Давай, давай. Хорошо, хорошо. Так. Как туда попасть, я забыл.
Надо еще вот это разрушить. Тихо. Давай только мы не будем умирать. Здесь все очень просто. Опа. Хера себе. Смотри, сколько он мне отнял хп. Нормально он мне хп отнял, да? Говно ссаное. А что я съел, подожди? Это что у нас, подожди, 11 броник, у нас здесь 8, а здесь 12. Но здесь, но он ни к чему мне не нужен, это на, он нах мне не нужен, продадим, конечно. А этот эпический, смотри, ну, он к силе, типа, больше, контейнер с едой есть. Бинт есть. Ну, бинт очень, ну... Почему нельзя применить? А, потому что еще что-то действует, хорошо. Так, наверху сейчас будут эти ублюдки, да? Насколько я помню. Саранча эта голимая. А, скорее всего, саранча упала вниз. По идее, она должна убить этих хомяков, нет? Да ладно, я не смогу туда прыгнуть. Не гони. Это что такое? Ребят, вот что это такое сейчас было? Кто мне объяснит, что это сейчас было? Просто такая бредятина вообще, я в шоке, если честно, от этой игры. Невозможно туда запрыгнуть, да? Ладно, давай тогда. Давай тогда умрем, да. А я сейф не сделал, да? Я сейф не сделал, да? А, сделал. Я красавчик. А, я без топора теперь только, да? Я теперь только без топора. Ну, в принципе, нормально. Все. Так, подожди. Мне нужно куда прыгнуть? Почему? Чё за бред? Кто знает, чё за бред? У меня последний, типа, это сейф или нет?
Почему? Просто я, в общем, да, ребят. То есть здесь есть какой-то секретный уровень, но нам до него не добраться. Нам до него тупо не добраться. Почему? Ну вот так вот, потому что. Почему? Потому что. Ладно, ребят, заканчиваю на этом серию. Она уже и так, ну, немножко затянулась. Поэтому я пройду просто дальше потом, ну, как бы сам, без видоса. А что там внизу, ну, я не буду уже выяснять. Всем спасибо за просмотр, за лайки, за подписоту. Всем счастливо, всем пока. С вами был Шамега. Покеда.